В нашей стране политики часто привлекают музыкантов в своих избирательных проектах. Да, для того, чтобы самим стать знаменитостями. Возможно ли, что вы выступали в какой-то другой стране, ну, кроме вашей, в поддержку какого-либо политика? За бабло? Я думаю, что нет. Нет. Теоретически, если бы какой-то политик избрал бы курс в поддержку животных, ну, к сожалению, политические партии обычно не избирают для себя такой курс. Нет, я не играл бы для политиков. Если бы, конечно, какой-то отдельно взятый политик предложил лично мне что-то, что я мог бы отдать животным. Я стал бы голосом животных. Эта мысль мне нравится.